футболист Федор Смолов поделился, что на предстоящем чемпионате мира с Мальтой он может быть капитаном сборной команды России, потому что тренер сказал, что каждый может быть капитаном на различные игры. И он поделился, что они тщательно следят за своей диетой, не употребляют в пищу сахар, газировку и пирожные. И он сказал, что ему это не трудно сделать, потому что он уже весной решил отказаться от сахара, и ему было несложно принять то, что нужно отказаться от сахара. Игра с Мальтой состоится сегодня, 7 сентября, в 21:35, так что и будут транслировать по РЕН-ТВ. Будем ждать, как будут играть наши ребята с командой Мальта. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране.